Я сразу уберу, чтобы не потерять. В принципе, курицу можно было даже на обычной цветной ткани. Что я так нашла. Батик под руку мне попался. Думаю, ну ладно, тогда будет батик. В эфире уже, да? Да. Да, присоединяемся. Второй эфир. Продолжаем делать дорстоппер. Продолжаем выполнять аппликацию. Сейчас мы клеим кусочки наши. Те, что мы вырезали на ткань. Вот я уже на серую ткань приклеила ножницы. Сюда кладу. Так, теперь у нас там были нитки. Ниток было две, те, которые две. Вот смотрите, у меня будет одна красная. Вот тут есть прям такой участок, который нитки напоминает все его. Немножечко. Ой, горячо, горячо, горячо. Ой, вот прям тютелька в тютельку убрался. Какой хороший кусочек. Держу 7-9 секунд. И кладу сюда. Все, эта ткань больше не нужна. Вернулась. Аккуратнее, у тебя вот эти бумажки летают. Вижу, прям. Летают, да. Коричневую. Прижимаю просто, считаю до 7 или до 9, смотря как быстро вы считаете. Кусочек. Так, еще одни нитки. Вот я хотела их сделать вот такими. Вот прям хочу. Ну, делай, если хочешь, да, что-то. Пусть они у меня будут такие. Веселенькие прям. Прям веселенькие, веселенькие. Так, а где у меня? А, вот он, коричневый. Пышем оптимизмом, не даем унывать друг другу. Сколько можно идей всяких разных придумать? И кактусы навышивать, и на швейную тему, и прочего-прочего. Так, вот у меня оранжевая ткань. Женя боялся, что она у меня сольется. Вот я сейчас возьму какое-то место, где оранжевого побольше. Вот тут вроде побольше. Клею все с изнанки. Ты комментарий-то выключила? Сейчас, наверное, люди спрашивают. Я включил, ага. Там руками машут тебе. Клею с изнанки. Пышем. Оптимизмом, в смысле. Оптимизмом пышем, пышем, конечно. Что нам остается, да? Не знаю, что будет через месяц. Вообще не знаю. Про любовь к тканям и лоскуткам. Есть ли моменты, когда резать жалко? Есть, но я борюсь с ними. Я прям душу в себе этого, как сказать, чуть не сказала плохое слово. Но оно прям подходит. Так, мы сегодня делаем дорстоппер. Да, мы сегодня делаем дорстоппер. Какую бы мне курицу выбрать? Пожелтее или попестрее куда-нибудь вот сюда вот ее. Так, с батиком очень аккуратно. Батик очень быстро перегревается, поэтому чуть меньше я ее держу. Приклеилась? Да, приклеилась. Главное не передержать. Если передержать, то? Она будет отваливаться. Кто, курица? Ну да, клеевой слой будет отваливаться. Так, тут сейчас не кашляй в эфире, а то паника начнется. Так, все. Ой. Жалко, запасы на исходе, а пополнить негде. Пишите нам, у нас все есть. Транспортные работают. Мы выходим
студию. СДЭК работает. СДЭК работает. Мы выходим на работу по одному, исключая все контакты друг с другом. Поэтому, если вам что-то надо, пишите. Я съезжу в студию, отрежу, упакую и все вам отправлю. Так, люди сейчас... пишут: приятный хруст ножниц и ткани. Да, это песня. Мне просто понравился хруст ножниц, когда мы снимали ролик к Волга Квилт. Волга Квилт, да. Так, там я щелчок весь, такой классный был. Я глажу весь, потому что я сейчас буду искать для петуха, он у нас будет красивый. Буду искать тот самый кусочек, который будет... Хомяка душим. Так. Эфиры будут каждый день до конца карантина. Вот не знаю, я настраивалась на неделю, а там уже посмотрим, как у меня сил хватит, честно говоря, потому что я пытаюсь сейчас как-то в режиме болезни, я не хожу на работу и ничем особо не занимаюсь, поэтому у меня есть время. А как будет дальше? Вечно сидеть дома я не смогу, это однозначно. Вероятно, эфиры будут там через неделю или через два дня, но в любом случае будем, ну а как, надо спасаться. Будем шить, девочки, как какой фильм Быкова, да, будем жить, да. А мы будем шить. В бой идут одни старики. Да. Так, смотрите, что я сейчас делаю, я не просто так все это затеяла, значит, у меня есть белый цвет. Чем можно заменить Флизофикс, если правильно запомнила? Паутинкой. Клеевой паутинкой. Больше ничем. Вот у нас спасибо. Есть окна. Пожалуйста. Это нас... мне. А тебе? Вот у нас есть окна. Живем в Израиле, туда СДЭК не доставляет. Ну да, я слышал, там большие проблемы с выходом. Но мне кажется, что в таком карантине... Почты можно отправлять, но опять же, я не знаю, как у вас там говорят проблемы, реально выйти даже на почту. Это у нас горшок цветочный, потом у нас есть не видно курица. Прям цвет. Видно? Угу. Видно? Ну, как-то так, да. Уронила на себя. У нас просто не все освещение еще в этой комнате сделано, а как сейчас это делать, я не представляю. То есть у нас мы не можем вызвать вообще никого сюда. Так, как в другую страну отправляете? Обычно почтой. Почта возит. В Норвегию отправляли, в Германию отправляли, обычно почту. В Америку тоже отправляли. Ну, после Волга Квилт у нас опыт отправки практически по всему миру. Ну, это дорого, сразу говорю. То есть там отправление до 2 килограмм стоит $20 примерно. Поэтому сразу готовьтесь к тому, что цена увеличивается. Так, у нас... Петух божественно красивым будет. У нас есть хвост, у нас есть сам петух, и у нас есть... Ой, вот тут вот я надо было разделить. Это гребешок, мы, кстати, для него ткань не подобрали, а это голова. Я ну, ты прям здесь на этой ткани подбираешь. Нет, я хочу прям красный, тут нет такого. Сейчас я сбегаю и возьму. Я помню, что у бабушки петух был такой оранжевый, с синими какими-то перьями, что-то вот такое у него было. Может быть, тогда взять вот где много вот цвета здесь. Да, у моей бабушки тоже примерно синий, такой петух и с хвостом вот был. Какой-то, вот да? С таким хвостом, да. Таким хвостом. А вот эта часть у него тоже такая. Тоже такая же была примерно. Зеленовато-синяя. Может быть, тогда вот так вот голову красную, это зеленое, а тело тогда надо делать желтым. Ну, делай как хочешь. Между прочим, я очень хотела купить именно у тебя для коллекции, но не поняла, где смотреть весь ассортимент. Ткните носом. В Джулидо Квилт в профиле есть актуальные, там лежат все морисы, там лежат ткани. Вообще, мы вы пишете в директ и пишете, что вам надо. Мы прям вам посылаем, конкретно вам, фотки тканей, которые у нас есть. Потом вы делаете пометки, какой цвет вас заинтересовал, какая фактура, и мы начинаем к этой фактуре подбирать то, что к ней подходит. То есть это прям вот индивидуальное общение, индивидуальный подбор. А Флизофикс у вас есть? Есть. Все видно. Перед выездом не забудь зарегистрироваться на карте жителей Нижегородской области. Я сегодня выезжала и сказала, я пошлю всех в жопу, если мне скажут, куда вы едете. У нас режим самоизоляции, а не ЧС. Я не обязана регистрироваться и предъявлять что-то.
А, это Цветкова. Так, так, так. Насчет Нижегородской области. Да, Лен, вас там всех запугали? Не верь никому. Это незаконно. Пока. А в Украину? Украину почтой. Беда вообще. В Украину почтой только. В Беларусь проще отправить. Туда этот СДЭК летает вообще так же, как до Москвы. А, кстати, нет, мы почтой отправляли и в Одессу, и в Киев. Дорого. Да, дорого. Туда жалко, дорого. Что дорого. Вот в Белоруссию очень просто. С ДЭКом те же деньги, как вот что я в Саратов отправляю, что я в Минск отправляю. Одинаково. А в в Украину это проблема. Что-то никак договориться не могут. Слушайте, ну я прям все, я потеряла этот. Я кого? Не знаю, что делать. Я и так хочу, и так хочу. И прям не знаю, как я хочу. Вон, у меня два рыжих петуха. Как мне нравится их цвет. Оставила их только из-за цвета. Рыжий. Слушай, вот рыжий. Ну давай вот такой. Ну давай. Все, все, хватит думать, делай. Хватит думать. Правильное направление послания. Да, правильное. Потому что у нас нет режима ЧС, у нас есть режим самоизоляции. Я ни с кем не контактирую, угрозы я не представляю, поэтому куда хочу, в своей машине, туда и передвигаюсь. Лена пишет, нет, не запугали, просто связываться не хочется. Ну, это как вариант, кстати. Ну, связываться не хочется, я с тобой согласна. Но если у тебя с утра ты встаешь и настроение послать кого-нибудь в жопу, то почему бы не связаться? В Украину пишут дорого. Все, Юлия Михайловна, давайте, творите. Хватит. Хватит болтать, да? Хватит, да. Я сейчас тут натворю. В Украину, да, к сожалению, очень дорого. Сейчас я тут натворю. Синенький, синенький, синенький хочу. Ух, петух у меня будет. Будет петух. Особенно мне нравилось, когда приходили в этот, в какие-то там транспортные компании. И нам надо было одеяло, по-моему, отправить на Украину. Угу. И все так глаза в это. Вы по 5 копеек. Вы что, на Украину? И такие суммы называли. Там за отправку одного одеяла 8 тысяч, 7 тысяч. Я говорю, вы с дуба рухнули, что ли? 4 килограмма весит одеяло, я должна платить 8 тысяч? Вы, говорю, с ума сошли? В итоге Почта России оказалась дешевле всех. В итоге Почта России, да, оказалась дешевле всех, но тоже дорого. Тоже там что-то я заплатила. Так же примерно, как и в Евросоюз. Так, я сейчас... Бумажный слой убрали? Вопрос. Нет, 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 ничего не убрали, пока все еще здесь. И нам еще с вами нужно... Привет тебе из Бразилии. Ой, да. Так, красненькую. Сейчас я быстренько ее вижу. Лена тебе пишет, утром встаю и настроение пошить, шить, шить. Вот такой нашла. Алый. Прям алый будет гребешок. Как пионерский галстук? Да. Ну, немножко другого цвета был. Ну, галстук-то может быть и да, но гребень у петуха будет такой. Юля, я так, наверное, теперь буду делать, если не с той ноги встану, так и буду говорить. Очень, кстати, хороший способ разрядки. Главное, палку не перегнуть. Ну нет, надо юридически грамотно действовать, не перегибать, посылать в попу, очень вежливо, опираясь на букву закона. Все, мы идем. Так, я выключаю свет и тащу его с собой. Давай. Ну, а тогда же лучше стало видно. Да? Телефон настроился, да? Сразу, да? Да. Ты сейчас сам настроишь, давай ставь сюда. Ставь. Тебе куда? Ты туда же? Ты отдохнешь немножко, да. Хорошо, спасибо вам, Юлия Михайловна, что даете мне отдохнуть. Давай. Давай, 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 давай. Значок. Ага, все, держится? Вроде да. Все, ну сиди здесь, читай комментарии, а я буду резать. Тут как-то ты должна посмотреть, где у тебя рабочее поле. Посмотри в экран. Вот тут. Ну, вот. Примерно, да. Вот рабочее поле, все. Ирусь, ты куда собралась? Цокает когтями своими. Так, теперь я начинаю вырезать детали ровно по их контуру. Что-то бразильцев сегодня много. Hi from Brazil. Вот так, да? Вот так? Да, примерно так. Ага.
я теперь режу точно-точно по контуру, который я нарисовала. Если у вас нет ножниц с перфорацией, возьмите просто очень острые ножницы. Все, вот, деталька готова. Кладу ее. Вов, ты поглядывай. Говори, влево-вправо. Цвет настроения красный. Цвет настроения красный, да. Каким он будет еще через неделю, интересно? Пурпурным? Или фиолетовым? Скажем, все фиолетово. Так. То есть ты не оставляешь там никакие эти, как они у вас называются? Припуски? Нет, припуски. Сейчас припусков уже нет. Сейчас я припуски могу оставить, если только мне нужно, чтобы деталь за деталь заходила. То есть такой технологический припуск. Но у меня в этой аппликации их нет. Все как бы ложится друг на друга, поэтому... Ну, она у нас такая лайтовая, точности здесь мало, здесь все очень-очень на глаз, и все детальки будут дорисовываться ниткой, поэтому делаем пока все на глазок. Билли Эйлиш играет. Да, радио включили просто, чтобы не было тихо. Как пользоваться флизофиксом правильно? Чуть-чуть на себя. Так? Да. Как пользоваться правильно? Ну, во-первых, сначала на бумажном слое вы рисуете деталь вашу, потом вырезаете ее с небольшим припуском, миллиметра 2-3. Детали друг от друга располагаете точно так же, чтобы у вас была возможность их вырезать, не прямо друг к другу вплотную, а чтобы вот именно эти 3 миллиметра припуск был. Вот я сейчас этот припуск отрезаю, он у меня остается на ткани, что мне дал вот этот вот припуск. Я не режу по краю. У меня срез проклеен клеевой с двух сторон. И со стороны детали, и со стороны вот этого вот припуска. Это дает ровный, четкий контур у аппликации. Пишут, зачем тогда припуски оставляю? Так вот именно для этого и оставляли, чтобы вам контур проклеить. Если у вас припуска не будет, вы будете резать просто по контуру, и ткань будет махриться. Ну, просто ты до того, как начал объяснять. Вопрос задать. Кто-то написал. Угу. Я-то думал, что... Так, что значит ножницы с перфорацией? Ножницы... Видно? Ну, частично видно. Они такие с зазубринками мелкими. Вот тут вот. Шью всякое из лоскутков цвета золотой осени, фотографирую и хочу попасть в следующий рукодельный календарь на сентябрь месяц. Вот. О, это круто! Мы, кстати, совсем забыли про календарь. В этом году мы будем готовиться к нему заранее. Уже в сентябре, наверное, будет закрываться номер, поэтому готовьтесь заранее и присылайте свои качественные фотографии. Самые лучшие из них попадут на страницу журнала. Объясни поподробнее. Календаря. И вообще надо фотографировать, желательно фотоаппаратом. Да, желательно телефоном. Фотоаппаратом, не телефоном, либо телефоном, ну, каких-то последних, как это называется, последних выпусков, да. Моделей. Моделей, да. Качественные фотографии получаются у... не у всех телефонов, поэтому смотрите, чтобы разрешение было хорошее. Так, еще ниточки. Так, что? Что смешного? Сейчас. Так. Так, у меня много остается отрезков, их можно, в принципе, использовать еще как-то. У такого человека, как вы, цвет настроения будет всегда яркий, и через неделю, через месяц, и я вам этого желаю. Припуски для точного склеивания. Спасибо большое. Так. Юля, как закончите работу, покажите, пожалуйста, где она должна правильно находиться. Обязательно покажу. А то я могу и на потолок приклеить. Обязательно покажу. Мне кажется, если такую штуку шить, ее можно и как игольницу использовать еще как. Ты знаешь, мне кажется, она для всего подойдет. Просто надо показать и все. Сейчас мы с вами новую моду введем. На домашний аксессуар, дорстоппер. Так. А клеили флизофикс как? Утюгом, разогретым утюгом, клеевым слоем мы клали на изнанку ткани и со стороны бумаги приклеивали. Что дает перфорация на ножницах? Возможность резать и ткань, и бумагу.
Если вы швея, вы знаете, что ножницы для шитья ими режут только ткань. А эти ножницы режут и ткань, и бумагу. Край у них острый. Как видите, я сейчас режу маленькие детали, при этом край у меня не махрится. Так, надо еще сказать, что вот все мастер-классы, которые сейчас идут в эфирах, да, в течение сутки эфир сохраняется в Инстаграме. Да, а потом мы его выкладываем на Ютуб. Ну, вчера YouTube. Я чуть не успела. Сегодня вечером не успела. То есть все вот эти вот вопросы, в принципе, они уже обсуждались, но они будут. Вчера кто-то хотел мастер-класс по витражу. Он лежит на сайте Julido Quilt. Его можно купить и шить. Что дает перфорация? Уже сказал, наверное, да? Какой размер ножниц удобнее? Ой, у меня таких ножниц маленьких много. Главное, чтобы вашим рукам было удобно резать. И смотри, какие детали. Вы видели, что я просто ткань... Ты не поняла вопрос, да? У тебя-то, конечно, понятно, что ты уже с опытом набрала кучу ножниц, а вот если человек первый раз выбирает ножницы... Надо взять ножницы в магазине в руки, или, допустим, если вы нам напишете в Julido Quilt, я вам прям дам те, которые удобные. Прям скажу, вот эти удобные, проверенные. Если вы идете в магазин, что сейчас само по себе звучит смешно... Тканевые магазины и не работают. Не работают, да, швейные магазины. Тогда вы берите руки ножницы в руки и смотрите, чтобы у вас вот эти вот места, чтобы вам было удобно. Потому что вот эти вот, они примерно одинаковые. А уже сам размер вот ножниц, я имею в виду лезвие ножниц, это зависит от того, какие детали вы режете. Конечно, маленькие детали надо маленькими ножницами резать, а какие-то большие детали уже большими ножницами. Юля, посмотрите, март, там опечатка в цифрах. Да, мы календарь, Юля буквально прилетела из Америки и сказала, все делаем календарь, поэтому в ускоренном темпе в этом году будет... Да, мы там что-то ляпнули. Ну, там иногда бывает, я просто просматривал, когда после печати, там есть такие незаметные опечатки, но очень внимательные люди их замечают. Ничего, мы все исправим. Глаз наметан, наверное. Да. Мы просто делали его очень быстро. Нам нужно было очень быстро. Но все равно мне он понравился. Классный календарь. Мне тоже понравился. Он вон там лежит. Можешь показать тем, у кого его нет. А где он? А он лежит вон там. Нет, вот там на полочке наверху. Вот эту штучку подними, и вон там вот он лежит, да. Так, и теперь у ножниц еще вот эту штучку надо отрезать. Я прорезала. Там. Или рядом, значит, на полке лежит. Или на самом верху лежит. Ну, в общем, там он лежит точно. Еще один. У меня-то, да, у меня-то он не один. Поэтому у меня еще есть. На, покажи. Вот так вот выглядит календарь. Он сейчас у нас не убирается в кадр. Но здесь, девчонки, вот, например, март у нас есть, и здесь подушка Лены Шнайдер, то есть здесь фотографии всех девочек, которые сами шили наших, которых все знают. Это все не каких-то странных, непонятных людей, это все наши произведения. Поэтому, если вы отлично шьете, вы можете попасть в этот календарь. И здесь еще у нас на, допустим, есть какие-то маленькие пометочки. Например, на 20 мая стоит пометка «Подготовь маленькие подарочки подружкам-рукодельницам, скоро встретимся». Но это было сделано с расчетом на то, что у нас в начале июня фестиваль. Сейчас мы пока не знаем, когда мы планируем, будет. На начало мы планируем, июня, но мы пока не можем ничего изменить, потому что никто не работает. А это нужно согласовывать мероприятие такое с администрацией города. На 26-е стоит, не забывай снимать красивые фото, очень актуально всегда. Когда вы что-то шьете, обязательно делайте красивые фото, чтобы... Ну, такие прикольные пометочки. Да, чтобы раз и когда нужно, у вас уже все находится. Там есть дни, когда нужно встречаться с подружками, там, например, подсказки какие-то. Там есть даты всех фестивалей всех практически. Всех фестивалей, да. Но, к сожалению, некоторые из них перенеслись. Ну, мы независимо от этого, да. Тут что... Как вы вовремя сбацали маникюр, вот ведь еще напасть.
Да мне кажется, через 2 недели девушки все пойдут бацать маникюр, вне зависимости от коронавируса. Вот. Все, я все вырезала. Сейчас мы будем это дело клеить. Ножницы с перфорацией хороши для раскроя скользящих тканей. Да, для обычных девочек, которые шьют, они именно для этого и созданы. Но для нас, когда мы работаем с бумагой и аппликацией... Не ножницами, он это... А, понятно. Когда мы работаем с бумагой и с аппликацией, для нас вот они другое немножко значение имеют. Нет, тут... А можно вырезать ножницами для аппликации флизофикс? Можно, я резала сейчас. Так, теперь... Я вот уже поняла, что я немножко поспешила с тем, что я приклеила наш фон на наполнитель. Я боюсь, что сейчас мне придется заново рисовать то, что у меня там есть, а мы могли это перевести с помощью лайтбокса. Да, ты попробуй все равно через лайтбокс. Мы сейчас попробуем, да. Хорошо, давай тогда. Если есть маленькие дети, такая штучка будет у них в игрушках. Ну, детям вообще не надо давать швейные аксессуары. Просто как-то за правило взять, завести дома, что так делать нельзя, и все. У меня дети, даже маленькие дети, они знали, что мои штуки трогать нельзя. Кот, смотри. Кошачья ерунда. Так, включи, пожалуйста, вон там. Включи, пожалуйста. Сейчас попробуем, а лучше тебе у нас. Ну, вообще не очень получается, конечно. Видно, да? Не очень видно, да. Рано мы наклеили. Надо было сначала... Да, ошибочка, видите, ошибочка. Видно, что не видно, да? Ладно, буду рисовать так. Выключай тогда. Этот выключай. Спасибо, очень удобно на Ютубе. Какой размер ножниц удобнее для вырезания деталей? Это было, по-моему, вопрос. Ага, как-то бабушка купила дочке тяжелую игрушку-собачку. Дома я перевела с английского, что это дорстопер. Живет в ванной 3 года. Вот так вот. У вас в наличии есть ножницы? Да, есть. О, в Томске работают тканевые магазины. Вчера ходила. О, отлично. У нас, по-моему, нет. Не знаю, надо посмотреть. Надо сходить, проверить, да. Так, значит, смотрите. На ножницах не перфорация, алмазная заточка или насечка. Извините, я технарь. Перфорация – это отверстие. Правильно тебе Лена Цветкова говорит. А, ну, да, возможно. Хорошо. Но зато всем понятно, что это такое. Не всем. Алина Мишина. Ножницы с перфорацией позволяют срезать нитку на весу. Она не скользит по лезвию. Ими легко работать со сложными тканями, такими как шелк, например. Да. Совершенно верно. Так вот мы должны все это дело положить. Календарь супер. Сынок сказал, что мама купила очень классную штуку. Замечательный календарь. Так, смотрите, так как мы детали не переносили зеркально, у нас мы работали с флизофиксом. Вообще, когда с ними работают, лучше детали отзеркалить. Но у нас здесь нет каких-то таких букв или чего-то важного, поэтому мы ничего не переносили. Мы сделали все сразу. Здесь вот придется сначала нарисовать, потом только клеить. Все? По-моему, да. По-моему, все. У вас указательный палец в кольце ножниц. Или мне кажется, вам удобно? Здесь? Указательный. Нет. Нет, нормально все. Я ж не могу. Говоришь, для обычных, которые шьют, а значит, лоскутница совсем другая когорта. Да, конечно, да. Потому что мы такие странные. Обычные, которые шьют, они шьют одежду. У них другие ткани, они работают с другой тканью. Они, они покупают, они не всегда же носятся за хлопком. Нам же важно, чтобы у нас был хлопок, а они... Ты рассказывай, как ты отделяешь флизофикс, разные другие. Потому что некоторые люди не смотрят же все твои эфиры. Поймал, молодец. Бумажный слой. Мы берем просто иголку, просто сильно царапаем. У нас получается вот такая царапина. Из середины отрываем эту бумажечку. Клеевой слой сразу не приклеится. Его нужно сначала. Вот мы его просто положили. Мы его будем также клеить утюгом.
Если у вас клеевой слой отделяется вместе с бумагой, значит, вы плохо держали утюгом. Либо он у вас был не разогрет, либо вы мало держали. То есть он у вас не приклеился. Значит, надо еще разочек его. Так, чуть подальше. Ничего страшного, что закончили фон. Будем рады рисовать с вами заново. Подольше будем с вами. Это приятное время. Спасибо. А, заклеили, не закончили. Заклеили, да. Да. Курица как живая, реально курица живая, можно поменять глаз местами. Глаз даже есть, видишь, как глаз прям. Да, почти. Получился. Можно поменять местами курицу с петухом. Да, сейчас поэтому, еще петуха разложит. Поэтому я и не расстраиваюсь, что здесь я там не перенесла зеркально, вот у меня будет курица. Я обычная, это, наверное, насчет этого. Чего кто? Ну, кто шьет? Да. Так ножницы, так я держу. У вас радио работает? Да, мешает, если давайте потише сделаем. Чем наполнять дорстопер? Вот смотрите, мы об этом завтра хотели поговорить, потому что сегодня мы уже не успеем. Либо песком. Гречкой? Многие гречки много. Если вы купили гречку, то ее сначала нужно будет обработать какой-нибудь химией, потому что в гречке, в рисе, во всех натуральных крупах у вас может завестись домашняя моль. Поэтому обязательно чем-нибудь обработайте. Жучки какие-нибудь. Жучки, да. То есть лучше всего обработать. Либо есть специальные шарики, но опять это не про нас. Сейчас они продаются в магазинах, как такие набиваются. Дорстопер должен быть тяжелым. Поэтому у кого, например, много гречки, кто купил, вы можете прям его сделать в форме пачки. Пачку даже не вскрывать, просто взять ее туда, засунуть и все. А, этот чехол сделать в форме пачки, да? Да, 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 чехол в форме пачки и засунуть. Так, ну-ка я сейчас смотрю, чего у меня с петухом уходит. Мне нравится. Я парикмахер, у нас на безымянном пальце, поэтому мне странно было увидеть на указательном. А, ну да, понятно, да, парикмахер немножко по-другому держит ножницы. А, ножницы как да, держат? Да, 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 да. Они не знаю, я не обращал. Они вот этими пальцами делают. Да. Угу. Соль дешево. Соль можно. Ну, если такая крупная соль, чтобы она через, наверное, это не... Хотя ее в пакете все равно надо класть. Так, мне не нравится хвост у петуха. Я хочу переделать хвост. Ну, переделай. Мне вообще не нравится. Не нравится. Сейчас я его буду переделать. Так. Кура потрясная. А домик разве будет белый? Да, прям такой оставлю. Я его специально делаю светлым, чтобы аппликация... Он такой серый, да? Он даже какой-то... Чтобы... Как ну, мешок. Бежевый, да, как мешковинка. Как чтобы мешковинка, было... Да. Вот, нет, хвост я хочу синий. Сейчас сделаю синий, ну, хвост. Делай синий. Значит, мне ты нужно... здесь будешь делать или опять за тобой с телефоном? Нет, гонять? Дай мне, пожалуйста, вот этот кусочек. Прям оторви его. Если нам не нравится хвост, мы его сейчас заново рисуем на флизофиксе. Ой, я свет забыл включить дополнительно. А то я думаю, что это там темно. Сейчас мы сделаем еще свет. А ты сегодня шить что-нибудь будешь? Нет уже? Я думаю, что нет. Мы сейчас завтра, да? Наклеим, да, вот это все наклеим, нарисуем и завтра будем. Так, я вас покидаю на одну минуту. Я пошла приклеивать хвост. Так лучше будет. Я пыталась сделать его зеленый, но мне нужен синий. Я не парикмахер, но у меня тоже на безымянном. Нормальный хвост вы хотите ярче? Да, я хочу, чтобы он был прям синий. Петух зеленый вопрос. Петух? Петух какой-то. Вот такой сейчас будет хвост. Веселенький. Да, веселенький будет. Ну, петух какой-то такой фиолетово-красный, что ли. Так. Если я что-то забыла, как я утюг бросила. Горит? Кнопка. А, кнопка. Воды добавить, говорит. А, бойлер кончился, вода кончилась. Ну, она мне не нужна пока. Да я выключил пока сейчас.
Хорошо. Нет, зря ты выключил. Мне утюг нужен. Мы сейчас его клеить будем. Сейчас сначала все соберем. Я куда-то свой телефон дел. Ну, тебе пока не нужен. Так. Во, смотрите, этот хвост мне больше нравится. Вот так мне больше нравится, да? Ну, наверное. Только суперхвост. Вот, да, только я сейчас все это подвину, потому что лапы не уберутся. Ювелирная работа. Ай-яй-яй-яй. Что такое, кот? А, это он до собаки задирается. Кот. Так, ладно, допустим, с этими мы разобрались. Вот на этой стороне домика, на второй стороне я ничего делать не буду. Я решила оставить ее пустую. Ну, если скучно будет, можно будет там что-то сделать. Так, теперь здесь у нас идет... Туда ли я подвинула? Да, туда. Пониже. Секундочку, буквально назад наш с вами ушат, который на карантине отращивает щеку и правильно делает. Я тоже немножко решила волосы отрастить. Вот так будет. Так, чтобы это дело мне не потерять, я сейчас беру... Как пришивать такие мелкие детали? А вот у нас будет хитрая аппликация, поэтому сейчас все увидите. Ну нет, не сегодня, а завтра. Мы пришивать будем завтра. Кот вниз пошел. Гулять пошел? Да. Так, опять я удаляю бумагу. Когда бумага удаляется, действует закон статического напряжения. И ваша деталька, она просто практически прилипает к ткани. Так. Ну, примерно так. Теперь, чтобы нам понять, каким образом расположить, мы можем рядом положить... О, видно или нет? Я просто не вижу телефон. Так? Ну, если тебе только катушку с ножницами, то видно. Нет, мне вот это тоже как-то видно, да? То есть мы можем нарисовать то, что у нас будет. Жалко будет такую красоту ставить на пол. Видно не будет. Будет видно, все будет видно. Все будут гости приходить и говорить: ух ты, а что это у вас там такое? Так, и вот тут вот. Полукруг же, деталь же у нас. Можно использовать как держатель для книг, если жалко ставить на пол. Да, кстати, хорошая задумочка. Нарисовали. Теперь эти две катушки. Вот они у нас. Володь, ты ушел, я опять не вижу, как мне центровать, потому что я абсолютно не вижу телефон. Что ты хочешь, чтобы увидеть? Ну, мне надо, чтобы это было видно. А то сейчас буду объяснять, а у меня, оказывается, это все из кадра вываливается. Ну вот ты сейчас делаешь, все видно. Хорошо. Так. Невиданная щедрость. Когда спросила, как правильно пришить мелкие детали очки у японцев русских, то закатили глаза и обозначили, что это только небожители могут. Не, у них просто другой способ. Не все японцы русские такие. Приходите, я расскажу. Логинова Анна.
Нет, действительно, как бы там просто процесс у них другой, и там сложно объяснить так вот на пальцах, как. А ты можешь так, как японцы? Шить? Ну да. Могу. Если японцы скажут. Не вздумай проводить мастер-классы. Да. Что, иди нафиг. Вчера показал. Вчера мы что-то там пришивали. Ну, нет, у них какие-то там свои нюансы, они как по-своему там делают, какие-то палочки для аппликации используют. Я настолько не проникнула этой штукой. Кстати, вот, видите, я линию начертила лишнюю, да? Я ее стираю сейчас. Все. Похоже же на нитку? Похоже. Теперь вот здесь вот мне надо нарисовать полукруг. Уместить. Что сюда? Боюсь, не уберется на ней. Так, сделаю, иначе не уберется. Я, конечно, не художник, поэтому если я сейчас какие-то художественные преступления сделаю своим рисунком, ну уж извините. Да, наверное, документы надо убрать. А все. Все. Я уже все нарисовала, нам остается только приклеить. То есть я примерно накидала, как будет рисунок, чтобы знать, как так вставляю ручку не туда. Так. Все, это мы убрали, это мы убрали. Идем опять приклеивать утюгом. Давай, доставай опять. Надо будет продумать, поставить утюг, что ли, где-то рядом. Типа одной, наверное. Нет? Ну, лучше убери ткань. Свет надо, да? Нежелательно. Можно и не надо. Без света хорошо, что ли? Телефон все умеет? Видно, что нитки разные и не сливаются. Нитки? Да, нитки разные. Вот мы переживали за это, а все получилось хорошо. А потом по маркеру будет вышивка? Ну, почти. Ну, какая фигня хорошая. Нужная я про маркер с антимаркером. Да, очень нужная штука. Очень нужная штука. У нас есть. Это Лена Цвинкова. Она знает, что у вас есть. Нет, такое она еще не видела. Я его недавно привезла. А хотя японцы, они стопудово знают уже. Так, ну что, все на месте вроде бы клею. Даже если чуть-чуть криво, меня это не особо волнует. Просто прижимаю, держу также несколько секунд. Все нормально, в аксонометрическом изображении так и есть. Вы прекрасно рисуете, все хорошо, понятно. Ну и хорошо. Ну и замечательно. Здесь же, понимаете, как сказать, в таком простом схематичном рисунке его наивность, это и есть самый кайф. То есть тут не нужны точные линии какие-то там, как это, правила рисования там какие-то или еще что-то. Немножечко маркер подутух, но его можно потом подсмыть. Все, мы приклеили. А сверху ножницы ты, по-моему, не, здесь не нажимал. Видишь? Как хорошо. Не криво, а живенько пишут тебе. Как хорошо, когда есть кто следит за твоими действиями. Да, все. Все готово, пойдем туда. Правильно пишут, это ручная работа. Все, можно вставлять телефон. Ну все, нет, мне кажется, что вот этот этап работы мы на сегодня сделали, и на этом нужно сегодня остановиться, потому что времени, наверное, уже опять еще один час прошел, да? Да.
Я искал твою вот эту вот работу такую, которую, я не знаю, как она называется. Трапунта? Да. Вот, вон туда положу. Вот, поэтому, мне кажется, сегодня с этим этапом мы закончили. Завтра мы будем делать стёжку и сборку. Вот. Пропустил начало, где можно выкройку взять. Мы ее прям строили. Посмотрите первый эфир, и вы увидите, что ты хочешь. Пока вас слушаю, смотрю, шью игольницу по первому мастер-классу. Так интересно новое. Кстати, игольница по первому мастер-классу вот рядом лежит. Я ее сегодня трогала. Сделала такой вывод, что флорентийская трапунта, оно для того, чтобы тактильно кайф ощущать. Вот ты держишь это в руках, и это так прикольно. Вот японцы сейчас меня поймут. Они тоже вот эти маленькие свои детальки аппликации пришивают вручную. И у них тоже их изделия из фактурного хлопка. И вот так вот трогать очень приятно. Не хочется из рук выпускать. Поэтому, кто сшил игольницу по первым мастер-классам, чаще держите ее в руках, спасайтесь от стресса, и все будет хорошо. Так... Володь, тебе дать надо пряник, говорят. Следующий эфир завтра. Также в 5 часов. Я надеюсь, никто нас не будет отвлекать от эфира. Сегодня мы ждали, когда господин Путин выскажется. Вот. А завтра по расписанию будем пришивать аппликацию. Может быть, успеем сшить. Но я не уверена. Мне кажется, что мы завтра только с аппликацией будем разбираться. Вот, поэтому, девочки, всем спасибо, всем пока-пока, приятного творческого вечера.